Эй, мы сейчас будем ништяки снимать. Пойдешь? Всем привет! Короче, нам тут немножко фартануло и привалило 2 сертификата по 5000 на покупке всяких штук в определенном магазине, в пэтшопе. И мы купили на все 10 тысяч рублей ништяков для капеллы. Поэтому у нас сегодня такая по рэпу. Где? Там, во, да. Крутая, короче, деваха. Сейчас будем засыпать ее ништяками. Я прятал от нее эту коробку, потому что, ну, у нее были там всякие ништяки, и мы прятали до съемок. Вот такая огромная штука. И здесь ништяков на 10к, капелла. 10к. 6 штук, блин. Че, капелла, ты готова? Не готов. Давай-ка на-ка. И будем смотреть вот здесь. Каплеш, иди сюда. Жаришка капец просто какая адовая на улице. Короче, мы взяли здесь несколько штук, которые нам нужны были для ухода за собакой. И все остальное решили потратить просто на всякие разные ништяки, на ее любимые ништяки и некоторые ништяки попробовать. Короче, первое, что нам потребовалось, что мы захотели купить, это вот такая вот пуходерка новая. Она без наконечников. Без наконечников, да, да, они почти все без наконечников. Но она классная, что с нее можно вот так вот, короче, снимать шерстяку. Вообще, я доволен. Слушай. Капеш, иди сюда, вот на стол, прыгай. Слушай, действительно, сделано так, что зубчики не будут загибаться туда вовнутрь. Очень классно. Прикольная штукенция. Когтегрызку, когтедралку, когтеточку. Когтерезка. Когтерезка. Да, ну мы ее называем по-разному, короче. Здесь она есть с ограничителем, чтобы ты не отрезал лишнего. А вот еще предохранитель. Опа. И вот такой вот ограничитель здесь, видишь? Вижу. Вот, я не знаю, как этим пользоваться, потом разберемся. Ну, мы будем типа что-то ограничивать. А, вот, да, вот ты, короче, туда засовываешь ноготь, коготь, он упирается в эту хреновину, получается, да? Отрубаешь, угу. И все ништяк. Это же прикольно. Капьяш, это все тебе. Да, будем тебе когти грызть. Что еще? Мы взяли Бровекта. Сейчас мы собаку недавно обработали Блохнетом и Мистер Бруно спрей. Вообще, мы обычно обрабатываем Бровекта, поэтому следующая обработка у нас будет по-любому вот этим. Это самая крутая штука от клещей Блох. И взяли, так как мы сейчас используем, для того, чтобы собака чистила зубы, используем маслы, всякие говяжьи, сахарные кости, и даем, естественно, сыры. И чтобы ее потом проглистогонить, мы взяли попробовать вот такие вот капли Агильментал S. С хосямбушкой. С хосямбушкой, точнее, есть маламутушка. Ой, ну да, маламатье. Вот, нас привлекло это, и типа он тоже от клещей, от блох, от всех видов паразитов, гельминтов и тому подобное. Короче, прикольная штука должна быть. Попробуем, проверим. А еще, недавно мы купили собаке, сейчас, вы донатили, а мы купили собаке хрюнделя. А до этого мы приобрели еще его дочку, либо, я не знаю, его жену, вот эту хрюндю. Короче, хрюнди парк тут. Такая вот, короче, еще одна. Давай как я они чикаю. Ее туда пришпилили, смотри. Ну, пистолетом. Все. А, вот насквозь вот так? Ну, нет, такие просто они втыкаются. А, туда, птим-птим, да. И там, значит, две штучки осталось. Слушай, она понежнее немножко. Но она же девочка. Ой, девочка. Но она не такая приятная, как кабан. Нет, она приятнее, чем кабан. Нет, он внутри кого-то мягче, а она пустая. А, она как это, более жидкая такая. Ну, баба, более, да. Тонкая. Ну, баба, да, вот эти вот штуки. Короче, у меня теперь две игрушки. Где капелла? Вот она. Ей вообще все пофигу, я здесь стою, рассказываю, а ей пофигу. Капелла, смотри, у тебя есть еще одна хрюндя. На. Будешь? Хочешь? Вот еще. Пацан есть. Есть пацан, есть девка. Можем показать, как они друг друга доминируют, если хочешь. Как тебе? А смотри, сколько там всего. Сейчас, капелла, мы просто приучим тебя играть.
Потому что... Во взрослые игры. Нет. Потому что, короче, мы будем ее ништяками хвалить за то, что она играет со всякими штуками. Как я же, иди сюда. Да не будет она сидеть мягко. Так, и давайте-ка мы сделаем вот так. Я вам просто сейчас вот так покажу, сколько здесь всяких. Здесь около 40 пакетов разных ништяков. Это все твое. Твое, Капелло. Твое, это твое. Видала? Копьешь, как тебя? Капелло, прикинь, реально, ты иди можешь... Сюда. Мы можем иди делать сюда, скорее. Такую штуку, Капелло, смотри. Смотри. Да ладно, испугалась, бедная бабака, стой. Пойдем, я тебе дам ништяк. Иди сюда. Закидали. Короче, у нас есть огромная, вот так вот. Ну-ка, дай-ка. Превьюшка. Капелла. Стой. Нам нужно превью. А далее. У нас здесь бесчисленное множество таких вот твистеров Organics, которые наш бабах прям очень хорошо так ест. Они очень классные для того, чтобы сделать на зубочелюстную систему нагрузку. Я об этом уже рассказывал в других роликах. На, грызу. То есть это жила, обмотанная куриным мясом. Можно скинуть сразу, сколько их? Раз, два. Три, четыре. Пять. Всякого. Шесть, сколько их. Дальше мы взяли еще куриные палочки от деревенских лакомств. Это, в принципе, то же самое. Только чуть-чуть отличаются жилы, ну и само мясо. Как будто не очень, да? Не знаю, посмотрим, как то, как это. Здесь еще есть у нас шейки куриные. Причем, по-моему, шейки куриные мы брали и не только такие, да? Утиные мы еще брали. Вроде бы. Ну, у нас очень много всего менялось, там мы думали, что брать, что не брать. Да. Одни из ее любимых лакомств, они, по идее, для маленьких пород собак, но здесь, кстати, нарисована большая, это хрящики куриной грудки. По-моему, не совсем всегда эта штука переваривается, но они прикольные. Шейки утиные, шейки куриные. Мы любим деревенские лакомства. Еще шейки. Нарезка сушеная утиная. Прям такое классное вяленое мясцо. Капелла там догрызла? Смотри, так. Не, грызят еще. Дай-ка. Нямка. Уходит на балкон, там ей так уютно, хорошо. Блин, там сейчас такая жарища. Что-то еще? Да. Такое вот вяленое мясцо. Ой, к пивку прям. Да, для жены. Она что-то не догадала. Да. Сегодня у нее супер крутой день. Она сегодня мажорка, бабака, просто мажор. Блин, киевский диван, постоянно с него съезжаешь так вот вниз туда, куда-то. Гантельки. Это как такие небольшие поощрительные ништяки. Она их очень быстро сжирает, но, в принципе, они прикольные. Это тоже Organics. Кстати, я покажу сразу, как это выглядит. И вы по-любому видели уже на ролик. Такие гантельки. Там, короче, кто успел, тот молодец. Куриное филе с обоих сторон и на этом... На жиле. Гантели. Куриные узелки. Кстати, я этого еще ни разу не видел. Блин, обкормим собаку, и, наверное, ей сегодня больше давать этого нельзя будет, потому что, ну, слишком много ништяков давать нельзя. Это же не основное питание. Не могу это открыть, Капелла. Такие прикольные штуки. Капелла, нельзя. Эй. Такие вот штукенцы. Можно. Ням. Снимай ее, что-то, ну, пофантазируй.
Ну и практически все. Остались еще узелки. Еще куриное филе нарезка. Это вот как утиное, это куриное. Две таких ништяковых мясных упаковочки. Утиная нарезка сушеная, еще две упаковки. Шейки куриные. Кстати, такие прям суповой набор, блин. Еще одна упаковка. И куриное филе плюс один. Куриное филе плюс один. Бабах! Просто. Я так посчитал, в среднем, вот сколько у нас уходит ништяков. И, по-моему, здесь где-то на 2,5 месяца, если каждый день скармливать где-то по полпачки ништячка. Да? Так получается. Долгие гантельки. Гантельки. Не гантельки, ой, узелки. Узелочки. Узелки прям долгие. Фоточки, фоточки. Фоточки, фоточки. Капел, ложись, ложись сюда. Иди сюда. Боится Капел, ложись, ложись. Тебе так нормально или ее обсыпать? Ну, я хотела, чтобы она в них лежала. Капел не понимает, что происходит. Мы ее обкладываем для фото, может быть, для превью. Она такая, что за фигня? Что они от меня хотят? Грызи, грызи, Капелла. Грызи, мы сейчас тебе... Нафига ты им здесь всяких штук. Вот, все, грызи. Копнёшь? Довольная, какая бабуня. Слушай, вообще классные, да, очень долгие вот эти ништяки, узелки. Потому что обычно она все просто заглатывает и все. Ну классно, что мы взяли разных, короче, вот этих вот разного рода заглоток. Вот это, кстати, среднее что-то, не совсем заглотка, она чуть это жует. Ну, заглотки это любые мясные штуки. Короче, вот эти мы не пробовали шейки. Еще ни разу, но, наверное, они тоже такие ништяковые. Мы пробовали большие, как они называются, трахеи всякие. Короче, все, что мясо, это быстро, все, что жилы, это может быть так. Твердо и особенно... И особенно долго это оказались вот эти вот узелки, она вон до сих пор посасывает его, погрызывает. Молодец, молодец, не торопись, у тебя целая коробка. Офигенная штука, очень долгоиграющая. Ништяки! Иди ко мне. Прыгай. Прыгай сюда. Прыгай ко мне. Иди сюда. Чё капец? Короче, вот так. Мы довольны. А всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вот. Да. Просто. Сейчас надо все, которые это. Юзать? Да. Все, побаловались. В магазин сдаемся. Продавать. Арендовали для видео. Надо сдавать. Еще на бабки летели, потому что ты открыл. Да, да. На 500 рублей. Че, Капал, ничего не осталось. Ну и, кстати, ты наништячилась уже достаточно. Ну, достаточно весь день. Крутая бабуня. Аж испугалась от такого количества ништяков. Бусинка, давай попробуем.
Такая она не лезет сейчас нифига. А так прикольная, широкая. Ну, когда ей будет дофига шерсти, она будет просто выпадать. Копьё шает, смотри, что у нее есть. Ты сотрешь ей палец. Да, точно, я даже это предохранить не могу. Да, только не режь. Потом посмотрим, так не очень видно. Помнишь, вообще твоя любимая же? Копьяш. Стой, копьяш. Капелла. Не-не-не, вот. Капелла, стой. Смотри сюда. Капелла. Капелла. Не ходи, пожалуйста, мяг. Стой. Капелла, смотри сюда. Капелла. Эй! Hey!